Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Подорожувати в умовах карантину доволі складно, а в деяких випадках взагалі неможливо. Як же діяти українцям? Сьогодні про відпочинок з обмеженням будемо говорити разом з нашою гостею. Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого» менеджерка з туризму Катерина Зубак. Пані Катерино, я вас вітаю. Скажіть, будь ласка, туризм в епоху коронавірусу. У які країни сьогодні можна літати на відпочинок і чому саме до цих країн відкриті кордони? Всем добрый день. На данный момент совершенно без ограничений открыты такие направления, как Танзания, Мексика, Доминикана. Предварительно сделав ПЦР-тест, можно также посещать Египет, Турцию, Эмираты, Мальдивы, Шри-Ланку, Сербию и Болгарию. Почему именно в эти страны? Потому что правительство данных стран решило, что для туризма эти направления сейчас безопасны. Скажіть, будь ласка, до яких саме країн особисто ви порадили летіти на відпочинок зараз? Лично я посоветовала бы рассматривать Мальдивы и Доминикану, так как по сравнению с прошлыми годами, по данным направлениям цены очень выгодные и часто бывают хорошие скидки. Также популярными остаются Эмираты, Египет, потому что цены всегда на эти направления лояльны. Яка тепер процедура виліту за кордон? Можливо, поетапно ви можете розказати, чи потрібно там робити тест в аеропорті, чи не потрібно? Які змінилися документи? От, будь ласка. По кожній країні індивідуально. Можемо розглянути на прикладі Єгипту. Документи всі ті ж. Турист має з собою мати загранпаспорт і пакет документів, який видає йому менеджер. Тобто ваучер, авіабілети, пам'ятку, страховку. По Египту необходимо предварительно сделать ПЦР-тест. Можно по прилету в Египет, но своим туристам рекомендуем делать на территории Украины. Тест делать можно в любой сертифицированной лаборатории, на следующий день результат уже будет готов. І все, і турист, як і прежде, літить, віддихає. Ви сказали, що в різних країнах по-різному. Можливо, ще можна деякий приклад роздивитися, щоб розуміти, у чому ж різниця? Да, можна, к примеру, по Еміратам, да, теж популярне направлення. Туристи роблять на території України також ПЦР-тест в сертифіцированій лабораторії. По прильоту в Емірати турист обязан зробити тест повторно. Там робиться це безплатно. Потім сутки рекомендують туристу не покидать территорию отеля, но, в принципе, это просто рекомендация. Также изменений других нет. Тобто, взагалі, от якогось такого певного контролю, що треба там пройти ось цей поетапний період, коли не можна виходити, такого немає. Все у вільному доступі. Да, абсолютно правильно ви сказали. Тобто, ніяких змінень особо нет. Главное – чувствовать себя хорошо и делать заблаговременно тест. Скажіть, будь ласка, якщо я подорожую, наприклад, з дитиною, є якісь особливості в такому випадку? В принципе, особенностей нет. Единственное, по Египту до 6 лет ребенок освобождается от ПЦР-теста. По Эмиратам до 12 лет ребенок также ПЦР-тест не делает. А у інших країнах обов'язковий тест? К примеру, если рассматривать Мальдивы, да, там с годика, то есть сразу уже будут делать ПЦР-тест. А с домашними улюбленцями які взагалі особливості подорожування? Ничего не менялось по сравнению с прошлыми годами. Также главное, чтобы у домашнего животного были все прививки сделаны. И там уже смотрит авиакомпания по весу, то есть багажное отделение его или с собой вручную кладь, можно так сказать, в салон. Мы со своей стороны запрашиваем у отеля, возможно ли в данном отеле размещение с животным, и турист также едет, отдыхает. Скажіть, будь ласка, з якими ризиками взагалі стикається людина, яка збирається їхати у відпустку за кордон у 2021 році? По моєму мнению, ніяких ризиків нет. Прям категоричных каких-то изменений не чувствуется по сравнению с прошлыми годами. Главное, чтобы человек себя чувствовал хорошо, был здоровым. Все. Наскільки взагалі безпечно подорожувати? Чи готові готелі до прийому туристів у реаліях сьогодення? Наскільки безпечно в тих же аеропортах, літаках і так далі? Повністю безпечно. Многі готелі мають сертифікат безпечності. Всі лежаки розположені на безпечному розстоянні. На територіях готелі є антисептики. В ресторан пускають тільки в масках. Маски готелі многі також видають предварительно. Пищу, даже на все включено, на шведском столе накладывают официанты, пища вся за стеклом. То есть все меры безопасности отели соблюдают, вполне безопасно. А что стосовно аэропортов, таликов? В аэропорту просто одно обязательное условие, это чтобы человек был, турист был в маске. Если длительный перелет, там 10-12 часов, тогда с собой нужно иметь несколько масок, так как каждые там 2-3 часа их нужно менять.
Що найбільше лякає туристів? От, наприклад, до вас звертаються як до менеджера з туризму, що їх лякає, які вони найчастіше питання ставлять? Больше всего пугают туристов, а что, если я сделаю тест, и он окажется положительным, ведь я уже оплатил тур. Но все туроператоры абсолютно предлагают оформлять страховку от невыезда, стоимость там, от 7 до 30 долларов на человека, то есть относительно недорого. И в зависимости от условий страхования, в случае позитивного результата, стоимость тура будет туристу возвращена. А протягом якого терміну? Сроки точно сказати тяжело, тому що там 2 недели дається на те, щоб турист забрав всі документи, там 2 недели розглядається і в течение 2 недель повертається, тобто приблизно місяць-два. Скажіть, будь ласка, таке питання, якщо людина, наприклад, повертається назад додому на Україну і там виявляється, що у неї знайшли ковід, якось це перевіряють в аеропорті, чи це вже робиться там самостійно по прильоту додому, по поверненню? Кожен турист індивідуально може вернуться домой, сделать тест на ковид, если там он себя плохо чувствует как-то, да, есть какие-то подозрения. Но вообще это не является обязательным. Обязательно только если страна, в которой он путешествовал, находится на данный момент в красной зоне. Список красных и зеленых зон есть на сайте МОЗ. Если красная зона, тогда человек может либо 2 недели обсервации пройти, либо сдать тест, чтобы досрочно ее закончить. Скажіть, будь ласка, наскільки взагалі можливо існують якісь міфи про відпочинок за кордоном в умовах пандемії, і зараз у нас є можливість ці міфи так зруйнувати, розвіяти? Наверное, самый распространенный миф это если что-то происходит и там коронавирус подтверждается на отдыхе, то человека закроют, он останется один. Все его бросят, да, это абсолютная неправда, потому что уже по каждой стране отработана своя схема. Есть страховые также помогают. Всегда человек, даже если попал в такую ситуацию, что требуется за границей пройти обсервацию, он может досрочно заказать и сделать себе тест, чтобы досрочно закончить ее и вернуться домой спокойно. А чи користуються попитом тури Україною? Пандемія вплинула на підвищення популярності вітчизняних курортів або все ж таки ні? В летний период был хороший спрос на курорты непосредственно по Украине, да, Азовское море пользовалось популярностью. Если сравнивать с зимним периодом и прошлые года, то наоборот, Западная Украина вот в этом году в зимний период не пользуется такой популярностью, как раньше. А взагалі, от куди найчастіше, от, можливо, у вас є якась така власна статистика, куди найчастіше подорожують українці за цей період весь, за рік вже майже ми на карантині, 2020-2021? Ну, самое популярное направление из года в год – это Египет и Турция. Турция летом, Египет зимой. Также пользуются популярностью Эмираты, Шри-Ланка сейчас также пользуется, потому что хорошие цены. Скажіть, якщо загальні питання, які не стосуються конкретно пандемії, але часто турбують туристів, які документи видає турагентство при покупці туру, що потрібно мати, щоб от зараз, можливо, нас хтось дивиться, планує поїздку за кордон, щоб він розумів, що потрібно мати? Для оформления тура туристу достаточно иметь загранпаспорта и украинский паспорт только одного человека, который будет подписывать договор. При оформлении тура мы даем договор туристу с мокрой печатью, с подписями. И если оплата наличными, то даем фискальный чек. Это как гарантия оплаты. Также можно оформлять туры дистанционно. Договор тогда отправляется на электронную почту, а оплата возможна через Приват24 без комиссии. Ну, любой интернет-банкинг другой также подходит. Просто там будет комиссия уже непосредственно того банка. А що потрібно оплачувати додатково при покупці туру? Как правило, все базовое входит уже в стоимость тура, то есть дополнительно можно оформить только страховку от невыезда, опять же таки, если это горнолыжное направление, можно оформить страховку активный отдых, то есть дополнительно какие-то страховки. Но базово уже все входит в стоимость. А чи потрібно оформляти от страхування, як ви сказали, і наскільки це взагалі обов'язково? Не обязательно. Обязательная страховка, она уже входит в стоимость пакетного тура, покрывает все, кроме хронических заболеваний и ожогов от солнца, а там уже по желанию туриста. Если он хочет застраховать дополнительно свои там, финансы, да, если хочет застраховать себя там, в более там, расширенном спектре, тогда можно оформлять.
У чому от відмінність? Багато хто, коли шукає тури, турагентства пропонують там різні готелі, трьохзіркові, чотирьохзіркові, п'ятизіркові. У чому їх відмінність? От куди б ви порадили все ж таки на відпочинок обирати що? Все индивидуально, все зависит от пожелания, от бюджета туриста, да, от ожидания от отдыха. Если по Европе рассматривать, тогда есть разница между пятерками, четверками, тройками в уровне сервиса. Если же рассматривать самые популярные направления, там Турция, Египет, нужно смотреть конкретно по отелю. Есть бюджетные пятерки и есть очень хорошие четверки, которые по цене будут даже выше, чем пятерка. Дякую, будь ласка, за питання. Скажите, пожалуйста, вот была ситуация с Египтом, и, насколько я понимаю, она сейчас осталась, что сначала требовались справки вот, насчет с ПЦР-тестом только с мокрой печатью, а потом еще добавились требования с водяной знак там должен быть, да, какой-то. Вот что это за водяной знак, какие выдают центры, лаборатории, абсолютно все теперь с водяными знаками выдают справки, или какие-то избранные, и только или по Египту такая история, вот, или по другим странам тоже? Спасибо за вопрос. По поводу Египта, действительно ввели недавно нововведение у нас такое, что QR-код либо штрих-код должен быть дополнительно на справке. Лаборатории, в принципе, все сертифицированные сейчас этот QR-код ввели. Ну, по Днепру, если рассматривать, да, самые популярные это Medlife Bio, OnClinic, Dila, Синева, Invitro. Все лаборатории эти делают QR-код. Только ли Египет требует такие справки или другие страны тоже? Другие страны достаточно просто, чтобы справка была сертифицированной лабораторией на английском языке с мокрой печатью. То есть QR-код не обязательно для других стран. А в Турции, допустим, не нужна уже такая справка, да, вот если летите вы в нужна, Турцию? Нужна, нужна. Турция только... требует, то есть для влета в Турцию нужно сделать ПЦР-тест, получить такую же справку. Единственное, Турция вот недавно попала в зеленую зону опять, поэтому по возвращению ничего не требуется. Ранее требовалась обсервация, ну, либо же тест повторный. Так, все запитания будут? До речі, от ви сказали за обсервацію, взагалі по прильоту з будь-яких країн обсервація не потрібна. Чи все ж таки є якісь країни, де це де потрібно після прильоту бути на карантинному ще такому режимі? Ситуація міняється постійно. От на даний момент попали Емірати в красну зону. Тобто по возвращению з Емірат нужно буде повторно делать ПЦР-тест, ну, либо дві недели находиться дома, хто як може, у кого як виходить. Но тут еженедельно пересматривается Міністерством здравоохранения даний рейтинг, то есть все може змінятися в будь-яку минуту. Ну, підсумовуючи нашу прес-конференцію, розкажіть, будь ласка, нашим глядачам, чи потрібно боятися сьогодні в реаліях таких карантинних летіти за кордон, чи все ж таки можна спокійно подорожувати, якщо у вас є до цього жага та бажання? По моему мнению, бояться абсолютно не нужно. Туризм, он жив, ничего не изменилось по сравнению с прошлыми годами. Есть какие-то ограничения, которые, наверное, уже на долгие года с нами. По поводу безопасности, мне кажется, что во многих странах, куда можно полететь, сейчас безопаснее даже, чем у нас. Що ж, дякую вам за нашу прес-конференцію. Сьогодні говорили про відпочинок з обмеженнями. Як подорожувати українцям в умовах карантину, сьогодні нам розповідала наша гостя, менеджерка з туризму Катерина Зубак. Ще раз вдячні вам за нашу прес-конференцію. Сподіваюсь, що всю необхідну та корисну для себе інформацію ви почули, зробили висновки. І якщо збираєтесь на відпочинок, то знаєте, що потрібно робити, які потрібні документи та заходи. Обов'язково дбайте про своє здоров'я та безпеку. Першочергово. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!